Капец, надо шо. Может быть, даже мы вместе попали. Если... Обязательно. Темновато только. Да. Ну вот уже лучше, уже лучше. Сегодня 19 февраля 2019 года. Мы с новой камерой, Sony. Она маленькая, беленькая, очень и миленькая. И вчера мы купили, а сегодня уже пытаемся снимать. Сразу, что непривычно, это что снимаем, мы не видим. Нет, на смартфоне можно посмотреть. Вот на смартфоне. Значит, это все получается. Ну, я буду разглядывать уже на компьютере, что получится. И вот такое вот развлечение. В режиме дня. И новая камера. И утренняя съемка. Ну, я посмотрю, что это было. А Филипп смотрел уже. Не очень-то, да? Не очень-то. Ну вот, так что посмотрим. Конечно, хотелось бы березки, снег, ну, выйдет, вот этот воздух поснимать. Ну, это прямо надо по сугробам туда. Сейчас просто, надеюсь, может быть, засвечено солнцем все. Это да. Понятно. Ладно, поехали домой. Поехали. Включай. Алёк, вассалам. Извините, пожалуйста, вы местные? Мы заблудились. Мы заблудились. Нам надо... Как? Скупка карасанец, вот. Старые вещи. Где берут? Мы работали на стройке, вот этот копали. Куда можно обратиться? Вы не разбираетесь. Пойдите. Скупка. Не, это, а это что такое? Не Россия, или Россия или Узбекия? Мы не знаем. Не знаешь, кто это? Скупка там, металл, но это монета. А где можно показать? Ну там у вас примут как лом. Как, ну хотя бы как лом? Хотя бы как лом. Наплов. Я нашел хозяина и не сказал. Наплов. Это с какой? С той стороны? Да они везде есть. В торговом центре. Вот здесь есть, кстати говоря, я видела ломбард. Вот если прямо ехать перед станцией, тоже внизу есть. Мы на стоянке. Так. Здесь прямого солнца нет. Все отраженное. Угу. Хочется, ну вот посмотрим, какая картинка будет. Мне кажется, эта камера, я уже поняла, что она хороша для лета. Для света хорошего. Для хорошего света. Как и любая камера. Как и любая камера. Ну, а когда хороший свет и цвет, тогда и картинка замечательная. А если серое? Цветовое решение, то и картинка, соответственно. Обедать? Да. Я пришла, и ты пришел, и тебе